Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Service. Приветствую, мои, я Крайон из магнитной службы. The transition is easy. Транзиция легкая. My partner has learned what is inside. Мой партнер, он знает, что внутри. The very core of the Creator. Эссенция Творца. Is in every human being. В каждом человеческом существе. And you have the ability to call upon that core. И у вас есть возможность воззвать к этой сердцевине. And all manner of things happen. И всякие вещи будут случаться. When my partner started this, когда мой партнер раскрыл это, he tried to hear linear things. Он пытался слышать линейные вещи. There was no voice of Cryon. Голоса Крайона не было. Only emotion. Были только эмоции. Slowly he learned to linearize first impressions. И медленно он научился линзировать эти первые выражения. And he learned to ask us to slow the process down so that it could be words and sentences. И он научился просить нас притормаживать, чтобы он мог переводить это все в слова и предложения. And then he stopped being the translator. И затем он перестал быть переводчиком. And let the actual voice come through. И позволил настоящему голосу проходить. And you call it channeling. И вы называете это ченнелингом. Each of you here has this ability. Каждый из вас здесь имеет эту способность. In different ways, in different forms. Различными способами, различными формами. The maestro does it on the keyboard. Маэстро делает это на клавишах. Paints pictures he does with his music. Рисует картинки в действительности своей музыкой. There are artists here. Здесь художники, who can channel on the canvas with their artwork, которые могут делать ченнелинг на холсте. And it affects humanity the same. И это такое же имеет воздействие на человечество. Many, many messages within the art, within the music, много, within the word. Много посланий в искусстве, в музыке, в словах. And so I wish to bring a message today. И я желаю передать сегодня послание. I have to. Я должен. For you sit in a sacred place. Так как вы сидите в священном месте. And I love to speak of it. Я люблю говорить о нем. I have to. Я должен. It's beautiful. Оно прекрасно. It is Lemuria. Это Лемурия. I wish to tell you just a little bit about what happened here. Я хотел бы немножко рассказать вам, что же произошло здесь. Painting a picture that is far, far different than it is today. Нарисовать картину, которая очень сильно отличается от того, что здесь сегодня. Let us go back 50,000 years. Позвольте вернуться нам 50,000 лет назад и даже немножко до этого. Difficult for you to understand. Очень сложно для вашего понимания. The whys of these things, the reasoning of these things. Почему? Причины этих вещей. But we have spoken before about those from the Pleiadian system. Но мы говорили раньше о тех, кто идет в систему Плеядцев. You call them the Pleiadians. И вы называете их Плеядцы. They have another name for themselves, which is not pronounceable. Они имеют для себя другое имя, но оно непроизносимо. If you could see what they look like. Если бы вы видели, как они выглядят. Today. Сегодня. You would not be that impressed. Вы бы не были впечатлены. For they look a great deal like you. Потому что они очень похожи на вас. They are people of color. Они люди цвета. And they are taller than you are. И они выше, чем вы. Just like you are taller than your ancestors today. Точно так же, как вы выше ваших предков сегодня. They are taller than you. Они выше вас. For some of the same reasons. По тем же самым причинам. Because technology will do that. Потому что технология, она сделает это. Она позволит более здоровым телам существовать и более долгим жизням. And you get a taller race. И тогда получаются более высокие расы. There's no mystery there. Здесь нет никакой мистики. When the time was right, когда время было уместно, they seeded the earth. Они посадили семя на земле. And we have said it before.
И мы говорили это раньше. With over 27 kinds of human beings roaming all over. Было 27 видов человеческих существ, которые простирались здесь. Including here. Включая здесь. They came down. И они спустились. And with the process of seeding the DNA, и с процессом осеменения ДНК, and implanting what they had into you, имплантирование того, что у них было в вас, they performed a sacred task. Они совершили свою священную задачу. Dear ones, I'll tell you something you won't believe. Дорогие мои, я скажу вам что-то, во что вы не поверите. In a day far away, в тот день, there is the potential. Который будет очень-очень далеко в будущем есть потенциальная возможность того, что вы и плеядцы будете осеменять другую планету с той же самым великолепием, с тем же самым священностью, потому что таков going across the galaxy, таков этот путь. When the appropriate time is right, перемещение во Вселенной, когда время уместно, putting into biological life the Creator itself, и вкладывание в биологическую вещь самого Творца. It was appropriately done. Это было сделано уместно. And there is a good chance you'll do the same thing to another. Очень хороший шанс того, что вы будете делать то же самое с другими. Not for a while, however. Но тем не менее это не будет скоро. And so it is that the Pleiadians came and seeded almost every part of the planet. Итак, плеядцы пришли и осеменили почти каждую часть планеты. And today there is only one kind of human being. И сегодня только существует один вид человеческих существ. Interesting. Интересно, да? Counterintuitive to the way nature works, isn't it? Да против интуиции закона Вселенной, не правда ли? All the mammals you look at have many variety. Human beings do not. Все млекопитающие, на которых вы посмотрите, все имеют различные виды, кроме людей. This was caused by what the Pleiadians did. Причина этого была то, что сделали плеядцы. And the story begins here, and we must speak of that. Эта история началась здесь, давайте поговорим о ней. For this mountain you are on was significant. Потому что эта гора, на которой вы сидите, она была очень важной. I'll tell you more about that in a moment. Скажу вам о ней через мгновение. It's isolated. Она изолирована. And because of the isolation, и благодаря этой изоляции, the Lemurian culture began, лемурийская культура началась, and developed, и развилась, into the one of the longest lasting civilizations the earth has ever had. В самую долго длящуюся цивилизацию, которая была на Земле. That's what the isolation created. Вот что создала эта изоляция. And so Lemuria is special for that. Именно поэтому Лемурия настолько особенна. Whereas there were other communities around the planet, на планете были другие общины, growing at their own pace, которые росли своей собственной скоростью, Lemuria was special. Лемурия была особой. Whereas many of the other communities lost a lot of what the Pleiadians gave them. Другое и другое большое количество общин потеряли то, что плеядцы передали. На протяжении 4000 лет лемурийцы не сделали этого. Oh, it survived. Они выжили. 10,000. 10,000. 20,000 years. 20,000. Can you imagine a civilization that? Можете представить себе цивилизацию, long-lasting? Которая длится так долго? It is simply not in your thought process. Это просто даже невозможно вашими мыслительными процессами. But you have to understand why. Вы должны понимать почему. Because it was slow. Потому что все было медленно. It was not an elegant civilization. Это не была элегантная цивилизация. It was the first of its kind. Это была первая своего рода. To pull together and call itself a civilization. Которая собрала себя и назвала себя цивилизацией. Things remained the same. Вещи оставались такими же. There was no evolving consciousness. Здесь не было эволюционирующего сознания. There was no evolving science. Здесь не было эволюционирующей науки. Things were the same. Вещи все были одинаковы. That's the way humanity was at first. Вот каково было первое человечество. Prided itself on doing things the same way over and over for eons. Гордились тем, что они делали вещи одинаково, повторяли все это снова и снова ионы времени. With one community, одна община, and no one surrounding it,
Никто их не окружал. There was no war. Не было войн. All on this big mountain you call Hawaii. И все это было на этой большой горе, называемой Гавайи. Which I'll tell you more about in a moment. Позже я расскажу вам о ней. The actual civilization called Lemuria was at the base of the mountain. Сама настоящая цивилизация, называемая Лемурия, была в основе горы. There's a reason why. И на это есть причины. It was too cold at the top. Наверху было слишком холодно. And I'll tell you why in a moment. It was. И я расскажу, почему так было. Way too cold. Почему так было слишком холодно? Where you sit right now? То место, где вы сидите сейчас. Was always frozen. Было всегда заморожено. Even in the summertime. Даже летом. You had to really want to come here. Туда действительно нужно было слишком хотеть подняться. It was very different then. Тогда она была такой иной. This Lemurian civilization. Эта лемурийская цивилизация. Contained the seeds of purity. Содержала семена чистоты. That the Pleiadians gave. Которые дали им плеядцы. And it outlasted all of the others. И она продлилась дольше, чем все остальные. Even when it was time to exit the mountain as the waters rose. Даже когда пришло время для выхода из горы, когда поднималась вода. And they carried their civilization all over the earth. И вся цивилизация была перенесена в другие части земли. Where they landed. Где они приземлились. They created other Lemurias. Они создали других лемурийцев. This is the magic of where you sit. Вот оно волшебство того места, в котором вы сидите. For the oldest souls on the planet with the most enlightenment came from here. Так как самые старые души, которые пришли отсюда, были самыми просветленными. The Syrians, they played their part as well. Сирийцы, они также сыграли здесь свою роль. You might say they were in a community. Возможно, вы скажете, что они были общиной. With the Pleiadians. Плеядцы. Difficult for you to understand. Для вас это сложно понимать. Much like you will do with the two of them. Точно так же, как вы сделали бы с ними. But here you are, old soul. Но вот вы, старая душа, здесь. Revisiting that which is your home. Вы вновь посетили то, что является вашим домом. So many of you know about this. Так много из вас знают об этом. You know they called the Pleiadians the seven sisters, don't you? Вы знаете, что плеядцев называли, да, семью сестрами. I want you to look at the female influence in the mythology name. Посмотрите на название женского рода в мифологии и на его воздействие на это. The creation stories all over the planet. Истории творения, они по всему миру. Talk about women who landed here. Говорят о женщинах, которые приземлились здесь. And the men chased them. И о том, как мужчины преследовали их. The creation stories all say the same thing, that the men were small, the women were large. Все истории творения говорят одно и то же, что женщины, они были высокие, а мужчины, они были низкие. Isn't it interesting? Не кажется ли это вам интересным? And when they got out of their ships, и что, когда они вышли из своих кораблей, you saw the females first. Были первыми видны женщины. All the males were there. Мужчины были там. But the females, they did the exploring. Но именно женщины, они занимались раскрытием. They had the higher intuition. У них была более высокая интуиция. Better negotiating skills. Навыки общения лучше. Much more attractive. И они были гораздо более привлекательными. Easier to make friends. И с ними было легче дружить. The Lemurian culture was balanced with male and female. Лемурийская культура была сбалансирована мужским и женским. The first and longest lasting civilization on the planet. Первая и самая долгая цивилизация на планете. Had a balanced male and female attribute. Имела сбалансированные мужские и женские атрибуты. There has been no civilization since that does. Не было с тех пор такой цивилизации, которая бы смогла сделать это. Now that is written in your DNA. И это написано в ваших ДНК. My partner has told you that one of the layers is called the divine feminine. Мой партнер сказал вам уже, что один из слоев называется божественным женским. The wisdom of it. Мудрость этого. It is not a female layer. Он известен как женский слой. It is a wisdom layer of balance. Это слой мудрости и баланса. You would call the mother layer.
который бы вы назвали слой матери. That which you strive again in your civilizations to have. Это именно то, к чему вы все стараетесь достичь в этой цивилизации. A true male-female balance within both males and females. Настоящий мужской и женский баланс в обоих, как мужчинах, так и женщинах. And you are moving toward that. И вы двигаетесь к этому. Slowly. Медленно. In the shift that is currently happening on the planet on its way to the 2012 energy. В переходе, который происходит на данном этапе на планете, приближаясь к 2012-му. The galactic alignment is helping you to sense these things. Галактический настрой позволяет вам ощущать эти вещи. Men are beginning to soften. Мужчины, они начинают быть более мягкими. To see the creator inside. Начинают видеть Творца внутри. To understand the ways of negotiation differently. Понимать, как можно договариваться иначе, чем они делали это раньше. Macho institutions beginning to fall over because of their bias. И мачо-структуры начинают отпадать из-за их предубеждений. Sometimes entire countries objecting. И иногда даже целые страны возражают. To the very system that would not honor the woman. Той системе, которая не поощряет женщин, не почитает. You're seeing it all around you. It is part of a shift. Вы видите это повсюду. Это часть перехода. It is a return to the Lemurian way. Это возвращение к лемурийским способам. It is in your DNA. It is written there. Это в вашем ДНК, оно написано там. It is remembered there. И это вспомнено там. But unlike biological processes, it represents the subconscious. Но тем не менее, несмотря как на биологические процессы, оно представляет собой подсознание. But the information is written the same every time a child is born. Но тем не менее, информация написана каждый раз одинаково при рождении ребенка. Whatever the parents carry, the child gets. Все, что несут в себе родители, получает ребенок. And now you're starting to see something different. И сейчас вы начинаете видеть иные вещи. The children being born today are picking up the energy of Gaia. Дети, которые рождаются сегодня, подбирают энергию Гаи. Of the crystalline grid. И кристальной решетки. The information that is original from the Pleiadians is written on the grid. Информация, которая изначально шла от Плеядцев, она записана в этой решетке. And so, despite the parents' instructions or even their DNA, несмотря на инструкции родителей и даже на их ДНК, the children go their own way. Дети идут своей собственной дорогой. They're starting to evolve on their own. Они начинают развиваться сами. This is part of the shift. Вот это и есть часть перехода. And in the evolvement there will be more fairness. И в этом процессе эволюции будет больше справедливости. They have concepts of this that you do not. У них есть концепции, которых нет у вас. Within all of this, they will create a far stronger feminine balance. Внутри всего этого они создадут гораздо более сильный женский баланс. A return to the center. Возвращение к центру. Where even men have the mother energy. Даже мужчины имеют в себе материнские энергии. And look upon all of life as a mother looks upon her child. Посмотрите, вся жизнь имеет в себе эти энергии, как мать, с которой смотрит на ребенка. And that is beautiful. И это прекрасно. The seven sisters. Семь сестер. The Pleiadians, you know, they stayed for a long time. Плеядцы, знаете, они остались здесь долгое время. You didn't know that, did you? Вы не знали, это правда. Some of them stayed for their entire lives. Некоторые остались здесь на всю свою жизнь. They were teachers. Они были учителями. They were seen as holy women and men. Они их видели как священными мужчинами и женщинами. Lemurians did not worship them. Лемурийцы не поклонялись им. They honored them. Они почитали их. If you ever go to an indigenous civilization, если вы когда-либо попадете в национальные племена, that is extremely old, древние племена, которые очень старые, they all have an attribute I want you to look for. У них у всех есть одна характеристика, на которую я хочу, чтобы вы обратили внимание. They will tell you about some of the oldest ancestors they have. Они будут рассказывать вам о своих древних предках, которые они были. Which have names that are too holy to pronounce. Которые имели имена, которые слишком священны для произношения. It's not that they were too holy to pronounce. Это не то, что они были слишком священны, чтобы их произносить. It's that the Pleiadians had names you couldn't pronounce. Просто у плеядцев были имена, которые вы не могли произнести.
They were Pleiadian. Они были плеядцы. And so that shatters another mythology that you would have. Итак, это разбивает еще одну мифологию, которая у вас есть. Space creatures came down and did something and left. То, что пришли какие-то существа из космоса, сделали что-то и ушли. They stayed. Они остались. They stayed to teach. Они остались, чтобы учить. To love. Любить. To make certain that you knew. Чтобы сделать так, чтобы вы знали. What to do with the mastery you had. Что сделать с тем мастерством, которое у вас есть. Every religion on the planet has a creation story. Каждая религия на планете имеет свою историю создания. But they all have something in common. И тем не менее, они все имеют одно общее. They all have a situation where humanity exists as humanity. У них есть у всех ситуация, где существует человечество как человечество. And that something happens to humans that takes them out of innocence. А затем с ними что-то происходит, что выводит их из этой невинности. They all have a story of a fully developed human being learning the difference. У всех есть история полностью развитого существа, которое познает разницу. Between knowledge and innocence. Между знанием и невинностью. And that dear human being is the knowledge of the Creator. И это, дорогие мои, знание Творца. Whatever the mythology, it is the same. Какова бы ни была мифология, там все одно. It's the Pleiadian story. Это история плеядцев. For that is what had happened right here. Потому что это именно то, что произошло здесь. Let me tell you a little more about what we call the bubble. Позвольте мне рассказать вам то, что мы называем пузыриком. Go back for a moment with me. На мгновение вернитесь со мной. All of the things I tell you now are true. Все вещи, которые я рассказываю вам сейчас, все являются истиной. And the geologists have no idea. И геологи имеют ни малейшего понятия об этом. They will someday. Но в один день они узнают это. There come a day when they can find things underwater far easier than they can now. Придет день, когда они смогут находить вещи под водой гораздо более легко, чем это делается сейчас. Where satellites from space will be able to see what I'm going to tell you. Когда спутники из пространства смогут увидеть то, о чем я говорю. Under the ocean, they're going to see. Под океаном они смогут увидеть. That on these tectonic plates, что в этих тектонических плитах, over the hot spot which you call Hawaii, над этой горячей точкой, называемой Гавайями, the earth had slowly pushed itself up. Земля медленно выдавливала себя наверх. Over a vast amount of land, a very big bubble occurred. На протяжении большого количества земли образовался огромный пузырь. Because of the pressure from the internal lava of the earth. Из-за давления внутренней лавы в земле. It pushed this mountain up. Эта гора была выдавлена наружу. You won't believe it. Вы в это не поверите. The bubble was enormous. Пузырь был гигантский. You could see this from space. Его можно было видеть из космоса. It created the largest feature on the planet. Он создал самую гигантскую структуру на планете. The mountain of Hawaii. Гору Гавайев. He pushed it up 16,000 feet. 16,000 футов над. So that the mountain called Hawaii was out of the water. И гора, называемая Гавайи, она была за пределами воды. Towering over 30,000 feet in the air. Она была на расстоянии 30,000 футов в воздухе. The water level was not as high back then. Уровень воды тогда был не такой высокий. Over 400 feet lower. Он был на 400 футов ниже. Because most of it was in the ice caps. Потому что большая часть из этого, этой воды, была It was a small ice age. В снежных ледниках. Это был небольшой такой мини-ледниковый период. The peaks of the mountains right now, which are all tropical, макушки горы, которые сейчас являются тропиками, were all ice. Тогда были льдом. You had to want to be here. Да, вам действительно хотелось быть здесь. When you climbed the mountain, когда вы взбирались по горе, it became winter. Наступала зима. Now let us talk about this peak. Давайте поговорим об этой макушке. This was the peak of royalty. Это была верхушка королевства. The seat of government and power. Это было семя власти и правительства. With active volcanoes there. С активными вулканами там. The mountain was added unto repeatedly by the eruptions. И гора постоянно добавлялась этими возвышениями вулкана.
the lava did not run into the ocean, it ran down the sides of the mountain. Лава тогда не стекала обратно в океан, она образовывалась и оставалась по бокам горы. And if you made the trek to get to the top of the mountain, и если у вас получилось добраться до макушки горы, it was for one reason and one reason only. То это происходило только лишь по одной единственной причине. Ceremony. Церемонии. For around the cauldrons of the Creator, there was no snow in that which created the earth, that which was lava. Потому что в тех местах не было снега, который бы создал то, что называлось бы лавой. You had to want to be there. Вам действительно хотелось быть там. That's where the ceremonies were. Именно поэтому там происходили церемонии. And I want to tell you why the ceremonies were there. И вам скажу, почему церемонии были там. My partner. Мой партнер. And Makua. И Макуа. And some of those in this room. И некоторые из вас в этой комнате. Stood on the same crater lip. Стояли у того же самого кратера. Some years ago. Много лет назад. And the master called Makua. И мастер по имени Макуа. Pointed to the hillside. Показывал на верхушки гор. Around the crater. Вокруг этого кратера. Standing on the lip there, he pointed to the hills. И так, стоя на самой грани, он показывал на эти верхушки. And he said, the canoes from the stars are buried there. И сказал, эти каноэ, которые пришли со звезд, они похоронены там. There are artifacts that are Pleiadian. Они и есть и артефакты, оставленные плеядцами. On the top of this mountain. И они находятся на верхушке этой горы. And they remain. И они по сей день там. Will you ever find them? Найдем ли мы их когда-либо? Oh, human being, when you do. О, человеческое существо, когда ты найдешь их. There's a strong chance you will. И очень большой шанс того, что ты сможешь это сделать. The proof will be known. Тогда доказательство, оно будет известно. Of what happened here. Того, что же случилось здесь. And the beginning of a reality. И начало реальности. And when that happens, the Pleiadians will show themselves. И когда это произойдет, тогда плеядцы объявятся. And say, indeed, it was us. Покажут себя и скажут, да, это были мы. Let me tell you how far away that's going to be. И позвольте мне вам сказать, когда же это случится. I'm going to talk a little science. Сейчас поговорю немножко о науке. What the Pleiadians had. То, что было у плеядцев. Was an interdimensional perception. Так это межпространственное восприятие. They were not stuck in 3D as you are. Они не были такими застрявшими в трехмерности, как это вы делаете. It's an old message we give you. Это старое послание, которое мы даем вам. It says that your physics is not complete. Это говорит о том, что ваша физика, она не завершена. When you discover the final two laws, когда вы раскроете финальные два закона, which are a strong and a weak interdimensional force, об этих сильных и слабых межпространственных силах, you will understand mass. Тогда вы поймете массу. You'll understand what Nikolai Tesla was working on. Вы сможете понять, на чем же все-таки работал Николай Тесла. You'll understand travel like you never understood it before. Вы сможете понять перемещение, как вы никогда раньше не понимали. You'll be able to put things in entangled states, which only happens in a quantum state at the moment. Вы сможете раскладывать вещи в незапутанном состоянии, что может случиться пока что только в квантовом состоянии. Which literally puts you in two places at the same time. Что в буквальном смысле может перемещать вас в двух местах одновременно. Travel to another star. Вы сможете путешествовать к другой звезде. Easy. С легкостью. There's nothing to it. В этом нет ничего сложного. You can be home for lunch. Вы можете вернуться домой на обед. It's all coming. Это все идет. Now, let me tell you this. Позвольте мне сказать вам это. When you begin to understand that which is multidimensional, когда вы начнете понимать те вещи, которые межпространственны, you will have instruments that detect it. У вас появятся инструменты, которые смогут for a multidimensional state has attributes that are identifiable. Так как межпространственное состояние имеет характеристики, которые могут быть обнаружены. You can see them. Их можно увидеть. You can sense them. Почувствовать. You can use them.
и пользоваться ими. It is all around you today, and you cannot see it at all because you're stuck in 3D. Они находятся все вокруг вас сегодня, но вы не можете видеть, потому что вы застряли в третьем измерении. Let me tell you just one, even discussed today. Позвольте мне говорить об одном, о котором мы сегодня говорили. In the temples of Lemuria, в храмах лемурийских, and in Samaria, и самурейских, and even in Egypt, и даже в Египте, they used interdimensional forces, пользовались межпространственными силами, and could see them, и могли видеть их, they knew how to produce them, они знали, как производить их, and many of them were produced with sound. И многие из них были произведены звуком. On this stage a moment ago, the maestro spoke of two notes played together. На этой сцене мгновение назад маэстро рассказывал вам о двух нотах, которые были проиграны одновременно. A certain distance apart. В музыке определенная дистанция между этими нотами. And a seeming energy that they created. И создается определенная энергия. That energy they create is an interdimensional third energy. И эта энергия, которую они создают, и есть межпространственная энергия. So an open fifth in music creates an interdimensional energy. Открытая пятая октава в музыке создает межпространственную энергию. That you could see when you lived here. Которую вы могли видеть, когда вы жили здесь. You could see it. Вы могли видеть ее. Was in the air around you. Она была в воздухе вокруг вас. Now all you do is feel it. А сейчас все, что вы делаете, так вы чувствуете это. И все это было на протяжении даже египетских времен. Они знали это. Even it was lost. И даже это было утеряно. Along with the knowledge of the galaxy, вместе со знанием галактик, the knowledge that the earth was round, со знанием того, что Земля круглая, or that it even went around the sun, или то, что она вращалась вокруг Солнца, was almost like you started over. Было такое впечатление, как будто вам пришлось начинать сначала. And you're still stuck in 3D. И вы все еще застряли в третьем измерении. Everything that is happening, все, что происходит in science, в науке, even that which my partner spoke of this day, даже то, о чем мой партнер говорил сегодня, is a return to what you had. Является возвращением к тому, что у вас уже было. And therefore, и поэтому, those who are in this room, кто вы были в этой комнате, having the epiphanies of remembrance, они имели вот это восхищение, вспоминание этого, are simply going to their root core knowledge. На самом деле просто возвращаются к сердцевине своих знаний. When humanity develops instruments that will sense multidimensional forces, когда человечество создаст инструменты, которые могут чувствовать межпространственные силы, they'll discover the Pleiadian craft buried in the mountain. Они смогут раскрыть плеядские корабли, которые похоронены в горе. Because they're interdimensional. Потому что они межпространственны. This is high science. Это высшая наука. And you're getting there slowly. И вы доходите до нее медленно. Imagine that discovery. Представьте себе это открытие. Imagine the one who finds it. Представьте того человека, который раскроет это. Imagine what it's going to mean for the planet. Представьте, что это будет значить для планеты. Imagine meeting your ancestors. Представьте встретить своих предков. You won't be afraid of them. И вы не будете их бояться. For you'll recognize them. Вы узнаете их. As family. Это семья. And this is what I see for the planet. Это именно то, что я вижу для этой планеты. And before that can happen, и прежде чем это сможет произойти, there is peace on earth. Будет мир на земле. A return to the Lemurian ways. Возвращение к лемурийским способам. Not the old ones that were static. Не к старым путям, которые были такими, недвижимыми. But the ones that know that there's a creator inside. А именно к тем, которые знали, что внутри есть Творец. That energy is all around you. И что энергия, она вокруг вас. That you can light your cities easily. И что вы можете осветить ваши города с легкостью. Power your vehicles. И иметь энергию для ваших машин. Without ever touching an earth resource. Без того, чтобы прибегать к земным ресурсам. Wait till you find that. Подождите, пока вы узнаете, как push, это делается. Energy that is all around you. Энергия толкания и тягания, она вокруг вас. That which even explains the force of magnetism. Именно она объясняет силу магнетизма.
A force that is always there, if you've noticed. Сила, которая была всегда там, если вы обратили внимание. Did anybody ever tell you that the gravity of Earth will someday vanish? Кто-нибудь когда-нибудь вам говорил, что притяжение на Земле когда-нибудь исчезнет? No, it's a physical law. It's always there. Нет, это физический закон. Он всегда там. What is the engine that creates it? Тогда каков же двигатель, который создает это? Why is it when you release something, it is pulled to the earth? Почему, когда ты что-то бросишь, оно падает на землю? That's a force. Это сила. What creates it? Так что же создает эту силу? Two magnetic poles are firmly gripping one another, and you can't pull them apart. Два магнитных полюса, которые очень плотно встроены в нее, и вы не можете их разнести в сторону. Так что же создало это? If you were to die and come back in 1,000 years, it'd still be there. Если бы сейчас умерли и вернулись через 1,000 лет назад, эти силы все равно были бы здесь. Is free energy. Вот это и есть свободная энергия. It's always there. Она всегда там. It's always pushing and pulling. Она всегда тянет и толкает. And it is multidimensional. И она межпространственна. You'll have the key to it. И у вас будет ключ к ней. It creates a non-polluting earth. И это ключ к тому, чтобы не загрязнять землю. How would you like to have these things? Как бы вам хотелось иметь эти вещи? It's what I've shown my partner is where you're headed. Это именно то, что я показал партнеру, это именно то, куда вы движетесь. This planet is beginning to change. Эта планета, она начинает меняться. You're in a time that the Pleiadians knew would take place. Вы в том времени, когда Плеядцы знали, что происходит. For they had theirs too. Так как у них были свои. Dear family, дорогая семья, you sit in the creation spots, вы сидите в точке творения, where it all began. Где все началось. Old souls come here. Старые души приходят сюда. The dolphins know it. Дельфины, они знают это. They swim around the crystals. Они плавают вокруг этих кристаллов. That supplies some of the dimensional power that they use. Которые дают эту межпространственную силу, которой они пользуются. When they literally swim between dimensions. Когда они в буквальном смысле плавают между измерениями. Some of you saw. Некоторые из вас видели это. Some of you will. Некоторые увидят. There's more here than meets the eye. Здесь больше, чем вы можете видеть своими глазами. So enjoy this. И так что получите удовольствие от этого. For it's a great deal. More than you think. Потому что это оно имеет гораздо большее значение, чем вы думаете. This remembrance. Это вспоминание. And so it is. И это действительно так.